Организации, которые фасилитируют диалог, этот алманах сам по себе тоже уважение. Когда читаешь, это мне помочь. Вот этот, это уже второе издание алманаха. У нас собралось очень много материала, много желающих, которые еще хотелось бы опубликованы. Я думаю, что если у нас хватает средств, мы еще третий, четвертый, даже пятый можем. 35-й год. Значит, мы, наши предшественники, мы продолжаем это дело. И приза кавказской литературы, она действительно резиденная. И выпускалось много, даже вот хочу показать книжку очень интересную, «Очерки литературы за Кавказе». А значит, даже было издательство «Зак книга». Закавказская книга. Это нерешенный конфликт, отсутствие доверия, образ рабочего очень силен, и в основном молодежь. Я как литературный редактор, когда работала над этими двумя номерами, с удовольствием отмечала, как много общих проблем. Конечно, много проблем — это не очень хорошо, но то, что они общие, это как бы вдохновляло, потому что ну, с возрастом приходишь к пониманию того, что народы разные, люди везде одинаковые. Базовые потребности везде одинаковые. Любовь, она везде любовь. И, так сказать, в вещах наших авторов любовь едина. Меня, например, очень резонула фраза из Нелли Гелашвили, когда она пишет о том, что молодой юрист, близкий юрист, сказал, я имею в виду старый Тбилиси, что когда наконец снесут эту старую рухлядь и построят новые корпуса. Я думаю, что одна из наших задач — это бороться против подобного мироощущения, что молодое поколение, выросшее в эпоху развала и, с одной стороны, подъема национального движения, в то же время каких-то деструктивных настроений, ну, плохо чувствует вкус старины, вкус той исторической глубины, которая есть у каждого народа. В Баку рассказали такую историю, что во время Карабахской войны в Карабахе, там до войны азербайджанцу один азербайджанец продал что-то, там станок какой-то продал своему соседу армянину. Потом война началась, а он должен был ему деньги, где-то 500 или 700 долларов приблизительно таких, значит, и, да, и он уехал, значит, Леон Хачаян, Джавахян, да, ну знаете, господин Леон, эта история одинаково прозвучала, только в одном главный герой, значит, азербайджанец, который спустя много времени вернул, нет, немного времени вернул свой долг армянину, своему соседу, а второму армянин, который вернул азербайджанцу, который живет около Баку где-то. В общем, мы поняли одно, что люди ищут такие истории. Такие тоже может свою лепту внести. Доставить слово председателю Союза писателей Армении. Проект уже сколько лет? 20 лет уже кипит наша наш регион, и, в общем-то, осмелились люди, которые боролись смотрят на мир, и, я думаю, мира вели столетние войны. Но все же мы живем на одной территории, мы соседи все, и когда-либо будет это желаемое, это ожидаемое, мир будет, мир существовать, и главное, что мы должны все время преодолеть эти пороги. Несмотря сейчас ждут закрытые двери или нет, мы должны открыть эти двери. И вот литература самая правильная, правдивая и самая впечатляющая, которая помогает. Даже, смотрите, и музыка, где живопись, не другое, это ведь искусство.